Всем приветики. Купил для своего телефона, стекло для защитное стекло для камеры. И они шли в комплекте две штуки. Вот они сами стекла, вот оно стекло видно. И второе. И две ткани как бы. Ну, ткани мне не нужны для очистки, потому что у меня типа две салфетки. Одна получается... Это влажная, другую сухая. Но мне не нужны. И второе стекло мне пока что не надо, только первое. Вот, берем сам телефон. Так, выключаем. И будем сейчас пробовать клеить. Ну, салфетка у меня своя есть, так что... В принципе, можно не париться. Так, открываем, и здесь тоже как-то открываем. Оно не особо-то и хочет, но мы... Да, кстати, вот как оно выглядит, я что-то не показал. Так вот. Ну, а салфетки тут просто салфетки. И все, это все, что было в этом упаковке. Рвется довольно-таки жестко. Пришло в обычном пакете почтовом. Почтовый с пупыркой был. Так. Ну и вот, собственно, само стекло. И как же оно клеится? Типа мы очищаем поверхность здесь вот. У меня оно вроде чистое, но не сильно. Ну, вроде норм, так? Теперь что? Отклеиваем вот эту штуку. Так, отклеили, и здесь стекло есть. О, стекло тоже отклеивается, ничего себе. Так. Пробуем наклеить. Все. Наклеил, правда, криво. И оно так стало некрасиво, в общем. Как бы это показать? Как бы это показать, так что видно было. В общем, вон края, если видны, такие идут. Это вот стекло. И оно так вот некрасиво стало. Да и вообще оно не по размеру, потому что у меня оно широкое, а стекло где-то на размер уже. Ну, на миллиметр получается. Стекло именно на миллиметр уже. Идет. Ну, то есть, с одной стороны на миллиметр, с другой стороны. И в итоге ты его по-любому не приклеишь до самых краев. У тебя, если даже ровненько приклеишь, у тебя по всем краям останется миллиметр свободного как бы пространства, то, что оно меньше. Вот, но как оно выглядит? Надо смотреть. Ну, не знаю, как со вспышкой. Блин, ну так, честно говоря, сложно судить. Это я уже потом буду делать. Пользоваться, и в этом станет ясно, каково оно. Но сейчас пока что вроде... Вроде норм. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.